Всем привет! С вами Наталья. Я рада встрече с вами на своем канале. И сегодня я хочу рассказать о своем обновленном осеннем уходе за кожей лица комбинированного типа. И кому интересно, прошу оставаться со мной. Для ухода за кожей лица я использую косметику Faberlic. Первое, с чего начинается уход, это очищение. Пенка для лица. Двойное дыхание. Из серии Люкс, артикул 0362. Пенка бережно удаляет макияж и подходит для умывания кожи вокруг глаз. Она очень мягкая, приятная в использовании. Следующий этап – это тонизирование кожи. Я использую освежающий тоник для чувствительной кожи. У меня кожа комбинированного типа, но я взяла на пробу для чувствительной кожи, потому что осенью в связи с перепадом температур, то мы находимся дома, то на улице, кожа может шелушиться, и чтобы этого избежать, я взяла такой тоник, и с ним кожа чувствует себя замечательно. Объем 150 мл и артикул 16-18. Следующий этап после тоника – это нанесение крема. Ночной крем я использую серии «Фитокислород». Ночной крем предназначен для комбинированной кожи, артикул 0406. Крем белого цвета прекрасно впитывается после тоника. При ежедневном использовании пенки тоника и ночного крема нормализуется кожный баланс, и лицо на утро становится однотонное и менее жирное. В качестве дневного крема выбрала крем для всех типов кожи из серии «Биокислород». Дневной крем «Ровный тон», артикул 0415. Этот крем мне понравился тем, что он скрывает все поры и делает лицо более матовым, однотонным и прекрасно подходит как база под тональный крем или консилер. И еще один или два раза в неделю я использую гель глубокого очищения, который является по сути скрабом, 0425 артикул. И вместе с ним, точнее после него, использую маску тройного действия «Мгновенная красота», артикул маски 0446, она в такой вот квадратной коробочке. Маска очищающая, отлично действует после использования глубоко очищающего геля. Маска сама такая вот светло-зеленая, ровно распределяется по лицу, при этом не течет. Аромат у нее такой ненавязчивый, легкий. Все средства, которые представлены сейчас здесь, я начала использовать в конце сентября. И могу сказать, что расход вполне экономичный. И немножко о результатах. Пенка отлично очищает кожу от макияжа, от загрязнений. При этом нет ни шелушений, ни сухости. Тоник тонизирует мягко и освежает кожу, подготавливая к нанесению крема. Ночной крем нормализует работу сальных желез, восстанавливает кожу и препятствует образованию воспалений. Дневной крем «Ровный тон» из серии «Биокислород» для меня настоящая находка. Он делает поры на лице менее заметными и также отлично подходит в качестве базы под макияж. Для глубокого очищения кожи я использую гель и маску 1-2 раза в неделю. И как результат, кожа чистая и свежая.